хорошо, я и хотела их найти, но не получалось. Хоть что-то, но сегодня мы нашли. Внимание! Имеется один гриб-зонтик. Лежит уже в холодильнике пару дней. Я сейчас тушу овощи. Лук-морковку, желтый красный перец, помидорки, кабачка и баклажан. Сейчас я порежу этот зонтик и туда добавлю. Зонтик готовится очень быстро. Ну, пару минут, ну, 5 минут это ему спокойно. А он пусть тушится вместе с другими овощами. Это будет круто. Здесь все кипит. Здесь, ой, все шипит. Здесь все кипит, все парит. Сейчас я сюда порежу зонтик, и будет очень даже вкусно. Многие не знают, что делать с этими зонтиками. А их можно применять куда угодно и где угодно. И как угодно. Сейчас покажу. Зонтик мой немного завял за пару дней. Но куда бежать? Так уж хочется мне его добавить в мое блюдо. Измельчила, конечно. Я хотела его сделать в пляре, но не успела. И так пойдет. Хорошо. Можно было и крупными кусками, но не обязательно. Тогда всем достанется по вкусу. Нормально. Сейчас закладываю в рагу овощную. Свежий гриб-зонтик. Свежий гриб-зонтик можно есть сырым, поэтому если даже он и не дожарится, это не страшно. А Джимка хочет угощение. Джимка. А Джимка хочет угощение. Сейчас мы тебя угостим. А что ты не смотришь на меня, Джимка? Джимка, посмотри на меня. Джимка хочет угощение. Сейчас Джимка получит угощение. Все. Всем пока-пока и до встречи.